Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Итак, мы сегодня приготовим джем из облепихи. Вот здесь у нас собрали килограмм облепихи и приготовили 1 килограмм сахара. Итак, нам понадобится, сейчас взобьем блендером вот эту облепиху. Так, мы измельчаем облепиху с помощью блендера. С помощью блендера измельчаем облепиху. Итак, мы измельчили облепиху с помощью блендера. Косточки не разбиваются. И сейчас мы поставили на конфорку и будем кипятить эту облепиху. Потом процеживаем. Доводим до кипения нашу облепиху и откидываем ее на сито. Минутки 3 дадим сейчас покипеть и откинем на сито. Перетираем с помощью ложки. Через сито, чтобы остались все косточки у нас, а ягодки и сок вот этот от ягод, вся гуща ушла к нам в джем. Ну вот так перетерли мы облепиху, остались здесь косточки, ну и чуть-чуть шкурок всяких от облепихи. А сюда в отжатый сок мы засыпаем 1 килограмм сахара. Помешивая, доводим до кипения и кипятим 15-20 минут. Пока готовится наш сироп, мы займемся желатином. Берем 2 чайные ложки желатина и пол стаканчика воды, ну где-то, наверное, 100 миллилитров. И замачиваем желатин на минут 30, чтобы потом, когда у нас закипит, прокипит смесь, добавить этот желатин в наше желе. Вот так кипит нас наш джем. Убавляем конфорку на 2 и кипятим 15 минут. Ну вот, прокипел наш сироп с облепихи. Сейчас остужаем его до 60 градусов и выливаем желатин. Все хорошо перемешиваем и разливаем по стерилизованным баночкам. Вот такой джем у нас получился. Ждем полного остывания и переносим. Мы его переносим, в подпол ставим. Ну а всем, кому было полезно наше видео, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока. А это наша красавица облепиха. Накрыли ее клеенкой, чтобы ее птицы сильно не объедали. Такая облепишка.